Ja, ne? Володь, буквально для прессы, первые твои такие впечатления, яркие? Чё, нормальный аппарат. В принципе, держится в воздухе отлично. Значит, что вот по сравнению с тем аппаратом мне чуть больше понравилось, что чувствуется загрузка направления, нет вот этой вот, ну как носла. То есть пилотируется как обыкновенный, нормальный самолет, тот же Як-18. Как ты считаешь, может самолет использоваться для первоначального обучения? Вполне. Для первоначалки вполне. Даже с вот этим набором приборов, да? Даже вот с тем, что есть, да, может быть, единственное тут как-то... Это компоновка делается приборов, да, немножечко компоновочку изменить, потому что вот я сижу тут с инструкторского места, не очень вижу. Здесь хотя... у нас на инструкторской... Thank you.